Всем привет, уважаемые зрители! Меня зовут Константин. Вы на YouTube-канале компании Priority Auto. Ну что ж, все люди и наши клиенты не исключение начинают готовиться к летнему сезону. И сегодня пришел очередной мотоцикл, привезенный, купленный на аукционе Японии, привезенный уже в Владивосток, растаможенный с полным пакетом документов под полную пошлину. Сейчас мы уже находимся на отправке, вывезли его только что на эвакуаторе из порта города Владивостока. И вон там находится ангар, то есть там груз собирается. Я чуть-чуть отъехал вам поснимать этого красавца, спортивного красавца. Сразу хочу обратить внимание, Honda CB1300, это мотоцикл на 100 лошадиных сил 2006 года, это второе поколение. Я извиняюсь, 100 лошадиных сил, и у данного экземпляра всего 225 килограмм голого веса, это на 20 килограмм меньше, чем у первого поколения. Вы понимаете, 1300 кубиков, 100 лошадиных сил, это ну пасик, да, какой-нибудь, такого паса даже, но 1.3 сразу. Что у нас? Nissan Note тот же, да? И лошадей тут даже больше, а вес всего 220 килограмм. Пожалуйста, будьте на нем аккуратнее. Выпускаются данные экземпляры второго поколения с 2003 года. И здесь стоит новый инжекторный двигатель на 16 клапанов, 4 цилиндра. Максимальная скорость 260 километров в час. Также двигатель работает в паре с механической коробкой передач на 5 ступеней. Основные конкуренты у данного красавчика — это Yamaha XJR 1300, Suzuki GSX 1400, также Suzuki GSF 1200 Bandit, GSF 1250S Bandit и Kawasaki ZRX 1100 и ZRX 1200R. Данная модель CB 1300 является флагманом производителя Honda, то есть флагманом среди мотоциклов производителя Honda. Это, допустим, как у автомобилей, там, не знаю, Stepwagon, Accord, либо у Toyota Crown. А здесь вот из флагманов мотоциклов между внутри, то есть производителя концепта Honda, это именно вот CB 1300. Вот такой краткий, да, обзор данного экземпляра. Конечно же, измерять скорость до скольки, до сотки и так далее, маневренность его сейчас зимой я проверять не буду. Для этого нужна экипировка, погодные условия, летние желательно, и вообще я бы не сел за чужой мотоцикл, потому что я не являюсь там байкером каким-то и так далее. Максимум вот здесь по стояночке транспортной компании и потихонечку на первой передаче. Друзья, будьте аккуратны, пожалуйста, на мотоциклах. Любители мотоциклетной езды, берегите себя. Они шикарные, блин, просто шикарные. Вы посмотрите на него. Мотоциклы японские. Вот здесь просто вид. Я никогда не был пользователем мотоцикла. Никогда не эксплуатировал мотоциклы. Но их внешний вид — Kawasaki, от Honda, Suzuki. Вид у них у всех бомбический, просто от японского производителя. Так что берегите себя, самое главное, и берегите этих красавчиков. Ну а что касается аукционов с мотоциклами, там все еще лучше даже, чем у автомобилей. Есть замечательный аукцион BDS, который перед торгами просто выливает кучу фотографий, кучу описаний, видеозапуска с разных ракурсов, два видеозапуска, где и приобретался данный экземпляр. И чаще всего там и приобретаются на этом аукционном доме BDS мотоциклы для наших клиентов. Они чувствуют себя безопаснее, мы чувствуем уверенность в этой технике, потому что есть большое описание. Конечно, хотелось бы, чтобы у автомобиля было такое. Конечно же, как и аукцион Toyota, допустим, у автомобиля, аукцион BDS может преувеличить замечание. Как он в описании было, много ржавчины на двигателе. Здесь, как мы видим, ну, двигатель блестит, все блестит.
подвеска в идеальном состоянии, даже краска с пружин не слезла. Подржавевшая у нас только цепь, но это нормальное состояние для техники, которая стояла уже, ну, довольно большое время. Также с этой стороны видим, что все блестит, ну и сильной ржавчины нету. Есть ржавчина на выхлопе, то есть на выпускном коллекторе. Небольшие замечания по корпусу. Здесь стерто немного. Видно, что мотоцикл не был в серьезных авариях, максимум где-то притирался. Все замазано маркером. И также по баку нету замятостей сильных. И вообще нет, не вижу я замятости по баку. Мотоцикл в отличном состоянии. Ну и, конечно же, есть аукционы, на которых есть только 2-3 фотографии и аукционный лист с отметками инспектора. Оттуда тоже приходят достаточно хорошие экземпляры, то есть отметки соответствуют действительности. И это как у машин, просто есть 2-3 фотографии, аукционный лист, описание от инспектора. И основываясь на описании инспектора, мы уже покупаем технику. В этом, конечно же, аукционный дом БДС выигрывает перед аукционным домом GBA. GBA — это второй аукционный дом мотоциклы. Всего их 3, насколько я сейчас помню. Ну и мы, конечно же, от себя советуем рассмотреть мотоциклы именно с аукционного дома БДС. Ну, просто вы будете уверены, что там большое описание, видеозапуска. Душа, я думаю, будет спокойнее у вас. Многие спрашивают, когда дешевеют мотоциклы. Логично, друзья, что дешевеют они зимой. Зимой они продаются дешевле, так же, как и спецтехника. То есть вне сезона мотоцикл стоит дешевле. Сейчас же ценник начнет возвращаться на прежний уровень, то есть люди уже активно начинают закупаться к сезону. Ну и также для продажи люди берут мотоциклы круглый год, а вот зимой стараются взять побольше, так как можно выиграть на цене. Сегодня мы привезли на отправку один экземпляр, но также бывает, что люди закупают по 5-10 мотоциклов, тогда мы их сначала копим у себя на стоянке, потом разом вывозим на транспортную компанию. Сегодня я также хочу показать, сколько стоит отправка. Она достаточно недорогая на мотоциклы, не такая, как на машины. Сегодня покажу, сколько стоит отправить мотоцикл в Санкт-Петербург, это, считай, на другой край нашей страны от Владивостока, ну и, в принципе, то есть промежуточных городов будет понимание, что примерно вот какая-то сумма будет стоить мотоцикл до их города. Отправляются мотоциклы сборным грузом и идут по всей России. Также очень подробное видео о покупке мотоцикла на аукционах Японии я записывал еще год назад, и ссылку я оставлю в описании, кому интересно, может посмотреть. Там мы покупали, рассказывали про аукционы, как считается пошлина на данные, на все вообще мотоциклы, что они там, может, на Юрика, можно на Физика. В общем, там все рассказал, ссылка будет в описании. Также что хотелось отметить о увозе мотоциклов и приобретении их с аукционов — это то, что у мотоцикла нету проходного года. Приобрести, привезти, растаможить с документами можно абсолютно мотоцикл любого года выпуска, хоть это там 90-й год, хоть 2018 год. Сейчас на мотоцикл из документов также есть электронный ПТС. Сейчас, да, он также стал электронным, как и у автомобилей. И также есть сертификат безопасности конструкции транспортного средства. Что касается пошлины на мотоциклы, она составляет малую часть от стоимости мотоцикла чаще всего. Зависит она от цены по сетке, которую мы подаем на таможню. А цена это зависит от года и объема. К примеру, на данный мотоцикл пошлина стоила где-то в районе 55 тысяч рублей всего. В целом он обошелся, бюджет у него в Владивостоке 460 тысяч рублей. Как понимаете, основная составляющая бюджета на данный мотоцикл — это его стоимость на аукционе. Малая часть же — это его пошлина. Также пошлина у нас была и 15 тысяч, и 20, и 25. Ну, то есть, чтобы вы понимали, что пошлина — это, наверное, одна из минимальных частей составляющей бюджета на мотоцикл. Друзья, ну и пару интересных фактов про данный мотоцикл. Honda CB1300 никогда не продавалась официально на территории США. И еще есть одна легенда такая небольшая, что в каждом бензобаке лежит пятачок на удачу. Конечно же, проверять мы это сейчас не будем. Мы отправимся сейчас на отправку и посмотрим, сколько же стоит отправить мотоцикл через всю территорию Российской Федерации. А теперь мы везем мотоцикл на оформление. Ну что ж, друзья, с полным оснащением мотоцикл весит все-таки 250 килограмм. Это
без голой, то есть в каталоге всегда заявлено голое, то есть весь пластик и так далее снимается, и голый мотоцикл на 25 килограмм меньше весит, но по сравнению с предыдущим поколением все равно на 20 килограмм меньше. Предыдущее поколение первое, то есть в полном оснащении, 270 килограмм весело бы. Друзья, ну что ж, отправка у нас составит до Питера 18 тысяч рублей практически до Санкт-Петербурга. Считаю это вполне адекватной ценой за доставку через всю Россию. Но это, друзья, цена за доставку только для клиентов компании Priority Auto. Примерно, я думаю, вам всем будет понятно, что не так уж и дорого отправить мотоцикл через всю территорию нашей страны. Скажу, что это касается именно таких больших городов, как сказать, центральных. Если какие-то ответвления куда не заезжает, туда доставка будет дороже. Может быть, даже и раза в полтора, в два. То есть лучше там приехать в большой город, там по возможности забрать мотоцикл. Я думаю, это будет дешевле. А летом можно еще и проехаться по трассе. Все контакты для просчета и заказа мотоциклов, а также все ссылки я оставлю в описании. Спасибо вам большое за просмотр данного видеоматериала. С вами был Константин, компания Priority Auto. Всем удачи, до связи, пока. Компания Priority Auto – надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля, покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto – ваш надежный поставщик.